Если бы в мире было 100 человек, 57 из них были бы азиатами, 21 европейцами, 6 были бы североамериканцами, 8 южноамериканцами и 8 африканцами. Один должен будет родиться и один умереть. 20 будет принадлежать 90% капитала Земли. Пока на косметику тратится в 10 раз больше, чем на гуманитарную помощь, 15 будут голодать. Пока на оружие тратится в 10 раз больше, чем на образование, 16 будут неграмотными. У 20 дома будет один и более телевизоров, у 17 не будет дома.